У них дроны поднимаются, прикинь. Ну, дроны или квадрокоптеры поднимаются, и наши ничего с этими дронами не могут сделать. Не заблокировать, короче, нихуя. Короче, не ничего с ними не могут сделать, только сбивать. Сбивать хуй, да он может высоко быть, его даже не видно. И наши хули службы нихуя не делают. Не могут его, короче, заблокировать. Все, дрон поднимается, они дронами смотрят, куда попадают. И начинают минометить, нахуй. Бывает, за сутки, нахуй, никогда мы всем единственные техники сожгли в деревне просто. Хуй там. Их КамАЗ бронирован, еще какую-то хуйню там. Просто уебет. А что, авиация наша? Залупа наша авиация. Подлетит вертолет, нахуй, за 5 километров где-то там издалека выстрелит, раз и съебался, и все. И больше мы, нахуй, не видим его. За неделю может 2 раза все прилететь, где-то по какому-то лесу отработать и съебаться. И их нету, нахуй, вообще нихуя, ни сушек, нихуя. Просто вертолет издалека. А угровский вертолет бывает 2 раза, нахуй, на дню прилетит, отработает, нахуй, по нам и съебется тоже так же. Ебать, еще. Просто, нихуя, блядь, все на показуха. Нихуя нету. Осталось совсем. У них минометчики и артиллеристы точно стреляют. Прям пиздец, у них хули пристреляны. У них корректировка дронами. Дрон хули, к примеру, частенько над нами висит. Он смотрит ночью, у них такие с тепловизорами дроны. Днем обычные. Сегодня дрон запускает, наши с дронами ничего сделать не могут. Они на удалении держат, примерно, корректируют. Мины выпустили, ага, там-то разорвалось. Раз-раз корректировались. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь наложили, нахуй, накидали хули, все, квадрат закрытый. Все, потери есть, все, заебись, отработали, ништяк, ушли. Ну так они работают. Они не пользуются таким авторитетом охуенным, чтобы там, блядь, 500 мин там у себя использовать на складах. Кучу людей там, нахуй, у них там 2-3 человека на расчете. Они приехали минометом, отстреляли, все, уехали. Все автоматизировано. Да, у них эта подготовка более-менее, чем у нас. А у нас где-то там стоят они в одном месте. Ебать, косят постоянно, чуть ли не себе в окоп. Не нам в окоп закидывают, нахуй, эти дураки.